премия одна дама сказала, сидевшая рядом, двум президентам про мозаику — это стресс. Вот, я сейчас его переживу, одну секунду. Значит, Российская академия художеств получила благословение, выиграв конкурс. Патриарха Сербского и победил сам на конкурсу в Москве. И с помощью Министерства культуры после нашей народной 11 године конкурс прошел успешно, мы смо добили на том конкурсу и почели смо да изводимо ovaj projekat. Prva etapa koju su vam sada pokazali, to je potpuno jedinstveno umetničko delo, ne govorim to zato što sam ja to uradio, već je jednostavno tako, 30 kvadratnih metara je preči kupola, 65 metara od je visina. Visini će se nalaziti. Сейчас ваше святейшество. Ваше святейшество, изволите, молим вас. Там, где церковь, да. Так, можно так. Доброе. А, притиснуть. Да. Плавы. Доброе. И уж белый. To će zauvijek ostati u muzeju hrama. Ovdje. Oj, ne. Ваша святость, я замолвил, это грандиозно, у нас три реченицы покажет народу.